Ты не учитываешь, что творится в Рунете. Порванные пуканы. Массовый хейтинг. Есть один способ закончить этот хаос и навести порядок. Ты должен убить Дианушку Рыгину. Полегче, Валкориан. Мы, джедаи, не ставим себе цели убивать даже таких, как она. Не о том думаешь. Ты просто представь себя на месте этого Сергея Семенова. Знакомишься с девушкой на вписке. Пьете, что попало. Занимаетесь любовью. А потом тебя ловят и обвиняют в изнасиловании. Твоя жертва хапится и становится популярной. За это Авелин станцует стриптиз. Чтоб меня в реале посадили на 8 лет. А Вейлин не пьет водку, даже на донышке. Убей Дианушку Рыгину, и ты получишь то, что тебе предложил.